на базі 8-ї роти РАТА добровольчого українського корпусу правого сектора сформована розвідна група, яка готувалася близько 4 місяців. Сьогодні вночі цією групою був виявлений опорний пункт сепаратистів, в якому був затриманий громадянин Російської Федерації з військовим квитком ДНР. Толстокоров Роман Анатолійович, город Зеленокумськ, Ставропольського краю. Квиток військовий, покажи, будь ласка. Військовий квиток ДНР. Номер 00-24-528, Толстокоров Роман Анатолійович. Зарахований. Військову частину 08-819, механік-водій. На сьогоднішній день ведуться оперативні слідчі дії по ньому, по полоненому. Рішення по ньому, його майбутнє, буде визначати провідник Дмитро Анатолійович Ярош. Спочатку представтесь, будь ласка, скажіть, як вас звати? Толстокоров Роман Анатолійович. Откуда ви родом? Ставропольський край, город Зеленокумськ. Можете розказати, як і чому ви оказались на території України? По своїм ділам к другу перейшов в Широкино. В Широкино вийшло так, що мене путем завербували в ДНР. Оружие в руках держали? А, в ДНР, да. А какие были ваши обязанности, что вы делали? Просто стоять на объектах и наблюдать. Как вы попали в плен? Можете рассказать? У меня постоянно происходили, перешел границу сам. По дороге наткнулся на разведчиков, разведчики привели. А почему вы ушли, перешли границу? Из личной мотивации. У вас там что-то не сложилось, к вам плохо относились? Да. Это личному по мне. Я смотрю, у вас на лице следы побоев. Да. Можете рассказать, что случилось? Честно, ничего за это не будет, говорите правду. Да я понимаю. Подрались у себя в расположении. Это правда? Да. А можете рассказать, почему подрались? Не нравятся мои наколки людям. А что за наколки? На мне наколота свастика. А почему так? Это идеологическое что-то или ошибка молодости? Почему? В свое время как-то они идут как тюремный символ. Я отбывал наказание. А со временем просто уже время прошло, все уже как-то ушло, кануло, вместе с молодостью ушло, а такие рисунки остаются надолго. Понятно. А вы один раз отбывали наказание или несколько раз? Несколько раз отбывал наказание. Если не секрет, можете рассказать, за что? Кражи, наркотики. Извините за вопрос, вы употребляете наркотики? Употребляю. И сейчас тоже? Сейчас нет. То есть в прошлом? В прошлом, да. Как с вами тут обращались? Вежливо, корректно. Вообще, на удивление был удивлен, что так вежливо и корректно на вы и будьте любезны. Все-таки мне очень интересно, что сподвигает людей, может быть, не лично вас, а еще других таких, как вы, приехать на территорию другой страны и взять в руки оружие. Что вы думали, почему вы это сделали? Честно, пожалуйста. Это был необдуманный поступок, об этом не думалось. Совершилась ошибка, потом не знаешь, как от нее избавиться. Некоторые из идейных мотивов, некоторые приехали деньги заработать, некоторые скрываются от закона. Может, какой-то у вас был мотив? У меня мотива как такового не было, никакого. С
составе какого подразделения вы находились ДНРовского? Номер части назвать? Да. 08-819, 1 батальон, 1 рота. У вас в военном билете написано механик-водитель, по-моему, да? Да. То есть вы и были водителем? Это нет. Соответствует действительности? Водителем я не... Ну как, так, в гражданской специальности водитель, тракторист, умею все, а на военной технике не обучали, никуда не ставили ничего. Просто первое время ремонтировал, помогал ремонтировать КАМАЗ. А так вы говорите, что вы просто находились на охране военных объектов вот все время? Да, позиции. Как долго были вы были вооруженным бойцом в составе ДНР? Где-то с числа 20 мая. Где-то с 18-го, с 20-го. Ну, то есть меньше месяца? Да. Ладно. Спрашивать, приходилось ли стрелять по нашим, не буду, все равно правду не скажете. Ладно, это пропустим. А, скажите, пожалуйста, вот... Нет, я думаю, он скажет. Никого не видел. Но стрелял в этом направлении. В том направлении, когда отдавался приказ, стреляем в том направлении, стрелял. Врать не буду. Спасибо за откровенность, не ожидала, если честно. Осетины, то, что ты рассказывал. Осетинов. Встречал осетинов, но я не знаю, они без опознавательных знаков, без шевронов. Только ДНРовские шевроны, там у них у одного я видел, и георгиевские ленты. Это целое подразделение из осетинов состоящее, да? Да. В двух разных поселках живут, и две разные функции они исполняли. А это как, какие функции? Ну, одни на рацию привозили антенну в Широкино заносили, а вторые ездят на бронированной машине, я не знаю, в каком направлении. Мой коллега говорит, что очень многие жалеют, что приехали на эту войну и хотели бы вернуться. Вы согласны с этим? Да. А почему? Ну, многие перешли через границу. Я разговаривал с некоторыми, которые живут рядом, но на территории Украины живут. В Украине. Сами с паспортами украинскими. Все. Пересекли границу, вступили в эту партию ДНРовскую. И потом поняли, что они ошиблись, хотят вернуться, но боятся кары за свои поступки. Кто-то говорил о вас, я слышала, что вы, не знаю, наверное, можете не отвечать, что вы попали в Украину, потому что скрывались от российской полиции. Было такое? Есть у меня свои проблемы, но не конкретно с законами, а с одето взятыми... милиционерами, которым я, как бы говоря, ну, не нравлюсь или как они, просто все время пытаются меня, ну, теняют, ну, за определенные мелкие вещи, которые ну, там, происходят. Собираешься с друзьями, выпиваешь там и т.д. и т.п. Ясно. Идейных много? Которые свято верят, что они защищают непонятно что. Есть. Это украинцы? Украинцы. С территорий каких? Донецка, Луганска? Нет. И с... Как оно? Саханки? Нет, именно с Одессы. Потом перед Одессой как угодно. Николаевская, Херсонская, Запорожская. Запорожская область, я с одним разговаривал тоже. Ну и так много кто самого Донецка уверены, что вот так и должно быть, что Вова Путин отберет себе всю Украину. То есть они воюют именно за то, чтобы Украина стала частью России, правильно? Да. На что жили там, в Широкино? Мародерили. А вы какую-то зарплату получали, вот пока служили? Нет. Обещали сколько? 15 тысяч рублей русскими.
мародерили в домах, в которых заняли позиции? Все брошенные дома, все мародерены, вещи все валяются, все разбито, телевизоры выносят. Продаете где это? Я не продавал, но вывозят все в сторону Саханки и Нового Азовска. Деньги вам за это привозят? Я видел только, когда приезжают оттуда, привозят с собой водку и сигареты. Если бы вот от вас сейчас зависело, как бы вы хотели, чтобы ваша судьба дальше сложилась? Домой хотите в Россию вернуться? Нет. В Россию не хочу. А что бы хотел? Хотел бы остаться в Украине, а там что доверят. Что еще? Вроде все мы. Очень откровенный человек, не ожидала. Мы добре спілкуємося з людиною, він йде на контакт, розуміє ситуацію, в якій опинився, розмовляє, розказує всю правду про свою. А ви б хотіли, наприклад, щоб вас обміняли на якогось українського воєнного? Мені в ту сторону я не хочу. Там просто це люди ошибочні. Вони по ошибці вирішили щось перепутати. Перепутали, им кажется, что Россия такая большая, им все даст. И они глубоко ошибаются. Придет время, будут проситься и уезжать обратно. А уезжать не будет куда уже? Ну, наверное, вроде все. Что бы ты сейчас хотел сказать, обращаясь, что бы хотел сказать? Вот твое видение ситуации. Мое видение ситуации? Люди ошибаются, по телевизору не показывают правду. Говорится тоже в основном неправда. Все видят неправильно, не через ту призму. Когда поймут, увидят, уже будет поздно. А что значит не через ту призму? Вот что они думают неправильно? Они... Ну, у них такой вариант просто, да, то, что якобы, ну, на Украине там что-то, пенсии не такие, зарплаты не такие. Пусть поедут, поживут в Россию, по соотношению в денежном коэффициенте, через тебя просто проходит больше денег. А растрата примерно та же самая. В конце месяца у тебя все равно ничего не остается, кроме долгов. И они захотели лучшей жизни, решили у большой России попросить помощи. Понятно.